Ученые зафиксировали геотермальные источники на спутнике Сатурна и Энцеладе, способные там поддерживать жизнь, пишет научный журнал Science. 2 года назад космический аппарат Кассини взял пробы жидкости в ледяной поверхности спутника. В ней были найдены молекулы водорода. Это свидетельство того, что на дне океана происходят гидротермальные процессы, подобные тем, что есть на Земле. Теперь мы в курсе, что на Энцеладе есть почти все элементы, которые могли бы поддерживать жизнь, такой, какой мы ее знаем на Земле. Крис, как вы думаете, могут ли в океане Энцелада находиться микробы или даже креветки? Это было бы замечательно, но мы не обнаружили доказательств существования живых организмов на Энцеладе. Тем не менее, меня обнадеживает анализ геохимических данных, который эту возможность пока не исключает. Кассини — совместный проект НАСА и Европейского космического агентства. Аппарат был запущен в космос в 1997 году.